Сегодня Госдума в первом чтении рассматривает законопроект, который обязывает кандидатов в депутаты лично участвовать в дебатах. Это требование распространяется на выборы всех уровней, кроме президентских. Фактически документ запрещает политикам, которые сами не избираются, агитировать за партию или кандидатов от нее в ходе теле- и радиодебатов. Все заинтересованы в том, чтобы в таких теледебатах участвовать. Ну и самое главное, что именно кандидат, а не его доверенные лица, не его помощники, либо еще какие-то лица, должны в таких теледебатах участвовать. Вот есть кандидат, граждане смотрят на него, и именно сравнив самих кандидатов, их предвыборные программы, наши граждане будут делать свой выбор. В случае отказа кандидата лично участвовать в дебатах, его эфирное время переходит оппоненту.